впервые две команды за 2 часа будут строить под водой. Посмотрим, чей подводный мегаполис будет править. Значит, я салют и буф. Да, начнется строительство подводных мегаполисов. Уже прошла 1/3 времени. Посмотрим, что у вас получается. Здесь настоящая Атлантида. Это стеклянные купола, в которых есть кровати. Здесь растут кораллы. Это очень красивая атмосфера. И батискаф есть. Да. Кажись, на этом батискафе я сюда и приплыл. Чего интересного у него внутри есть? Я нахожусь в исследовательском батискафе. Проходим я сюда. И вот она, Атлантида. Чем они питались? Чем питались атлантинцы? Нет, она упала туда за забор. А вот все, я уйду. Нет, нельзя! Это достопримечательность. А, ладно. Можно смотреть на красивых рыбок. Да. О, здесь такой красивый переход стеклянный. Здесь кроватки, можно поспать. Тут будет бассейн со святой водой. Вау. Здесь есть коралловые рифы, как я и говорил. И много тропических рыбок, которые ходят рядом с этим большим куполом. Но мне этот купол прям нравится. Это то, чего я ждал от вас. Исследовательский батискаф тоже крутой. Вот так это выглядит из воды. Вот как это красиво. А вот и синяя команда. Посмотрим, что получается у ваших соперников. Ты знаешь, как одеть? Как? Смотри, как я сделал. Скажи, и у меня на голове стекло, как вы это сделали? Это подводный город Биошок из игры Биошок. Понятно. Город, который затопило цунами по причине того, что человечество не заботилось нормально о природе. А это что за дом странный такой, как будто из Спанч Боба? Труба, из которой выходили... А это древние роботы, да? Да. Вот такие подводные мегаполисы получаются у ребят. Уже прошло 2/3 времени, и мы посмотрим, что вы там построили. Я вылазю из этого наблюдательного батискафа и иду в Атлантиду. Я, короче, иду. Где вы? Ух, у нас самая красивая вот Атлантида в мире. И вы тоже построили осьминога. Он умный. Что у вас там появилось? Опачки. О, тут новый проход. Что? Пойдем сюда. Здесь пока что купол. Не доделали. Мы только сейчас его сделали. Надо доделать этот купол. Его затопило, а то. А я пока посмотрю, что там у вас снаружи. Там очень красиво стало. Здесь появился этот красный осьминог в посмотри очках. Посмотри название рыбок. Название рыбок? Которые рядом с ним плавают. Да, у них имена есть. Вот, представь, вот наведи на эту рыбку. Плоская таблетка? Ну, здесь, короче, очень умный осьминог. И там какая-то подводная таблетка. Ракета или что это? Это маяк. Это что, еще один осьминог, что ли, тут? Еще один осьминог? Нет, это просто коралл залез на этот. А здесь вы, походу, устроили затонувший корабль. Ой, черепаха. Черепаха. Стоп, я там что-то вижу. Я там что-то вижу очень страшное. Очень страшное. Там разорвался скал. Жестко. Там что-то взорвалось. Кто взорвал это странное зараженное место? Тут хранитель. Ты что делаешь? У меня выживание. Нет. Вот у нас такой Биошок. Можно я попробую перевести Биошок? Биошок, получается, будь шоком. Биологический удар. А. Как ты просил, зелень добавили. О, зеленка. Ой, зелень. Тут, кажется, огромная рыбина врезалась в эту постройку, она сломалась. Нет, это труба, но так как она еле чуть не порвалась, ее завязали. И живности много. Да, лососи плавают. Вы достроили моего осьминога, что? Он взбирается туда, на это здание. Стоп, а это что, корабль, что ли, подводный? Что это за камень с окном? Это местный маяк. Маяк? Я думал, это камень с окном, ну ладно. Шейдерами это выглядит интересно. О, красиво. И время вышло. И мы сейчас посмотрим ваши постройки, а потом узнаем, чей мегаполис победит. Я просто рыбачу, и вдруг замечаю... А, нет, я ничего не поймал. И вдруг замечаю под собой настоящую Атлантиду. И мы сейчас туда спустимся. Ой.
Здесь какой-то островок, лягушачий остров, и тут живет черепаха, понятно. Иди поплавай, черепаха. Давай я ей помогу. Бип-бип-бип, я спускаюсь на батискафе, тут черепаха стоит какая-то, еще там какой-то йогурт и жаба. Выходим с батискафа и идем в Атлантиду. Здесь у нас везде коралловые рифы, но нас интересует эта дверь. Все, мы заходим. Это единственное дерево, которое излучает кислород и которое дает еду тем атлантицам, которые тут жили. Короче, она яблоки собирает, плоды вон там уже попадали и уже что-то понятно. Здесь есть два отделения, пойдем в это. Проходим по подводному тоннелю, смотря на красивые кораллы. Тут есть столовая, вот еда, вот тут она. Посмотрим, что у нас в другом проходе есть. О, за нами наблюдают лососи, смотрите. Они так заинтересованы этим стеклом. Сейчас посмотрим, что в другом отделе. О, его на нем сидит огромный осьминог, вау. Здесь живут аксолотли, это, наверное, что это? Это аквариум. Как вы говорили, это священный аквариум аксолотли. Да. Давайте выйдем наружу, то есть в воду, и посмотрим, что там есть. Я видел там большого осьминога. Тут древний страж. Нет, не надо меня бить. Ай, больно. На ухо и двор, стреляем в упор. Ой. Все, мы его убили. На купол залез осьминог. Это выглядит очень красиво. А сейчас он просто тут гуляет с черепахом. Черепахом, ладно. Еще здесь есть затонувший корабль. Что у него тут? Половина корабля просто уничтожена. Это, наверное, его тот осьминог потопил. Если в сундуке ничего нет, то я буду немного опечален. Открываю здесь. Что? Тут алмазы, золото и трезубцы. Ну вот за это лайк, конечно. Вообще очень красиво. А это что? Это маяк. Да. Маяк? Зачем маяк под водой нужен? Ну, нет, он типа раньше был наружу, но он затопился из-за того, что там он был на скале, а скалу он, короче, спилил немного, и поэтому он упал под воду. Короче. А у меня была чуть-чуть другая теория. Его построили атлантицы, чтобы освещать путь осьминогам, которые тут плавают. Возможно, чтобы они отходили из-за света. Да, ладно, пойдемте внутрь, здесь что есть. Поднимаемся наверх, и здесь... О, здесь ветеран стоит, смотрит в окно. Надо спускаться скорее, слишком страшно. Это была Атлантида красной команды, а сейчас мы пойдем в Биошок к синей команде. Ладно, все, пойдем смотреть дальше. Здесь не посмотришь дома, все дома разрушены роботами. Здесь только есть один огромный осьминог, который захватывает этот огромный дом. И все, тут все захватили роботы и лягушки. Мне очень интересно, где роботы. Пусть подписчики в комментариях выберут, чья постройка была самой красивой. Тот и победил, получается. Спасибо за участие Мэнди, по порталу, ветерану, попкету, йогурту, дед инсайдику. И всем пока.